Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус. Мы играем в карту под названием Blacksmith TD на 250% сложности. До этого мы играли на 200%. И вот эта сложность, конечно, пожестче. Блин, дир скин нужен, у меня нифига нету. Режу. Примерно в два раза. Мне палочка нужна. Мне нужен Firefly, мне не выпал ни один Firefly. Почему в два раза? Убивать. Ну, от первоначальной, если честно. Я бы хотел, конечно, сейчас вот реально вызвать босса, но не... Ну, то есть на 200% это изи отбить. Ну, короче, я вызываю пушку. Посмотрим, что я, в принципе, не против. Ну, а чё? Ну, чё ремакать? Ну, ремакашным, да. Уже ремакал. Ты даже не близко. Я уже вижу, что это ремака, ребят. А, да блин, нет, у меня живот еще таверка. Next волна, половина протекает. Да если бы, кстати, сразу сделал. Ну, не, убьёшь. Сады мне просто не приходит Firefly. Может, убить его уже? Он достал. А, тебя выпустил. А, тебе 4 он не объединил. Я не объединил в прошлый раз, да. Это 4, так, а что-то ничего не... Ну все, нормально, у меня пошли финансы. Ну то есть я играю на уровне сложности 250, сейчас как на 200. О, у меня банши, по-моему, квест на банши, и первая банша решила прийти. Неплохо. Единственное, я потратил на хаос-атаку дерева, а в итоге отбил мэджик-атаку. Тебе повезло то, что тебе выпал баунс. Типа, если но мне кажется, две те... Волна были проблемы. Две те таверки тоже убили бы, скорее всего. А ну, тускарчик. Ну теперь просто переводи дерево в этот... Ну, золото в дерево и делай грибы сразу. И все. Ну да, наверное, так и надо. Хотя в прошлый раз, когда так делал, я проиграл. Да не, сейчас ты можешь спокойно поделать. Ты босса отбил, это уже как бы победа. Ну да. Ты ну, тогда главное... ты уже можешь ничего не делать. О! Женя тебя как делал. Гидра. Вначале так хорошо, выпало три железа подряд, а сейчас все, блин, как железо пришло, фиг тебе. А мне со всей игры, по-моему, не выпало ни одного Magic Stone. Мне ни одного этого дерскина. О, первый выпал. Я до сих пор ни одного дерскина за игру не выпал. Так если что, можно же резать самого первого своего карта. Так, а это не самый первый. А он уже не первый. Один продал, как бы, и все, уже жаба. Да, так много стаков потеряешь, ужасно вообще. Ну, блин. Вот, если что, то точно так же было сейчас. Блин, я 15 дерева купил, но это прям мечта. Дайте виспульку. Так хочу виспа своей жизни я. Так хочу виспа. Началось. Блин, я сейчас бы проиграть. Я босса отбил, но сейчас бы проиграть. Ну, вот это вот. Ты что, ты умираешь, что ли? Живи! А объединяй банш. Что ты, почему ты не объединяешь? Айрон! Камера очень вовремя. Это не важны квесты, ты все равно в игре сделаешь. Типа, главное сейчас по максимуму себе сделать золото, а потом уже квесты делай. Ясно. Не знаю, я всегда на квесты иду. Не, квесты делать вначале неправильно. Я вот как перестал делать вначале квесты, настолько игра... Я вот всегда делаю и всегда побеждаю. А ну, как бы... почему у меня 20 жизней? Что фигня? У тебя 20 жизней. У тебя 16 жизней. А как думаешь, дали, смертник стоит дальше покупать? Стоит дальше мне этот покупать дерево? Наверное, не стоит. Покапать? Я за 400 уже сделал грейд, наверное, хватит. Я всегда по 100 сразу делаю, я по максимуму делаю. Я сейвю то, что я отбиваюсь, я делаю сразу 550. Я обычно на 7-й волне уже делаю грейд. 7-й, 6-й, если у меня, у меня все идеально. Ну, у меня 400 наконец-то грейд, yes. Не знаю, блин, мне кажется, так много дерева покупать вообще как-то невыгодно, что ли. Да, ну ты окупишься в любом случае. По дереву это не особо плохо. Писец мне не везет. 20-25 у меня писец вообще. 15 у меня. 20-25-15. Просто же. Это, Вадим, уже твой unlock. 15 это же минимум вообще. Да. То есть в среднем получается 65 пополам, 32 в среднем. Ну, плюс-минус. Ну, в смысле, плюс-минус. Ну, если так, unlock. А, что-то я не меняю. Ой, что-то я забыл менять-то. Мне обидно. У всех Вадима продажа на 1300, у меня продаж на 200. 1300 у тебя продажа? Ни хрена ты там мощный. Все, я за 550 делал штуку. Ну сейчас точно уже не надо ничего там. Я просто этот в какой-то момент просто перестал продавать. Ну и все теперь тебе не нужно ничего не продавать, ничего.
Не, перестал продавать ресурсы, просто как бы забыл. Я привык, что мне вначале реально не везет, и я типа даже не пытался. Мне Йети выпал. Я еще сделал первый квест весь на всех разных. А есть кто-нибудь такой, кто еще босса не вызывал вообще? Или все вызывали? Я. Меня продаж на 250. Не, квесты выполнять поначалу это точно не нужно, потому что рано или поздно все равно их выполнишь. Как бы. А боссов ты когда начнешь вызывать, ты получаешь доп. Голду. Ну, чем раньше ты сделаешь квесты, тем раньше ты сделаешь крейт, тем больше ты получишь ресурсов. Так ты можешь это дерево тратить просто на покупку. Так что... Просто ты когда реально, получается, ты когда убиваешь первого босса, это значит, ну, этой мощи хватает, чтобы отбить тебе волны, там, ну, до девятой, там. До пятой. Пятая волна, это, ну, как бы вот, 10, 5, 15, 25, это вот как раз-таки первый, второй, третий босс. Можно распределить. Спасибо. Марина служила. Прикольно. У меня проблема в том, что я нифига не продал. Я тоже думаю, типа... Скин не падает. Я продал на 250 и умер, как бы. Ну, круто. А, ты умер? Офигеть. А у тебя десятки были, ты мог ауру делать. Он ауру взял, да. Я сделал ауру, а сделалась аура продажи. Это везучий. Это буллинг просто. Кстати, я походу тоже сейчас буду отлетать. У меня вообще жесть. Спокойно. Вообще ничего не могу. Мне нечего продать, я не знаю, что делать. Я сейчас могу втечь. Ой, босик. А босик это... Я, наверное, втеку сейчас, что ли? Или нет? Ну и ладно, как бы. Втечешь, явно втечешь. Он не ети. Он не ети. Давай, ребят, стреляем. Не, ну, Вадим, ты, конечно, можешь подбадривать, но я вот что-то сомневаюсь. Блин, ну я вот чуть-чуть... Я из-за того, что дерево, блин, покупал, я теперь босса из-за этого не убиваю. Я босса отбил, но я потерял. Не знаю, мне кажется, это ошибочно. А, блин, у него 1000 хп осталось. 800 хп осталось, пипец, конечно. Подбежал поближе посмотреть, сколько хп. Ладно, мне тоже не повезло. Фу, я отбил. Красавчик. Я видел твои стратегии. Не знаю, короче, я подумал, что эта стратегия неправильная. Все-таки надо было играть, как я изначально делал. Плюс смерть нехорошо играл. Да. Я тебе поверил. Мне вообще сейчас не повезло. Так нет, просто надо строиться пожестче, быстрее начинать вызывать второго босса. Да, конечно. А сколько хп было у первого босса, вот у этого феникса? Сколько? 15. А, то есть я пока не могу убить второго. Да. Да. Я говорю, второй босс, грубо говоря, равносилен 15-й волне. Жесть. Ну я не знаю, меня это... А, ну у меня это, одного дирскина не хватало, по сути. Так бы я на 500 продал бы и прошел бы, блин, конечно. Ну да. Просто повезло. You just unlucky boy. Я плюс еще как бы из-за левел, у тебя плюс золото, так что нормально. Сейчас может квест выполнится. Надежда умирает последняя, я так понимаю, да? Список выполненных достижений. Ноль. Это же самое. Я тебя понимаю. Не, в принципе, реально, убить Феникса, это, ну, ничего такого, потому что... Ну, единственное, если я там на 20-й, на 30-й не протеку, потому что раньше было как, что, по сути, можно было протечь только на последнем боссе. Ну, если ты, конечно, фигню не творишь. Блин, опять дерзкин 3, это просто издевательство какое-то. Интересно, кого мне не хватает? У меня есть гнол, у меня есть мурлок, акалит. Что есть, ребят? А, у меня фурболга нет, блин. Я понадеялся, вдруг мне второго дадут. Я даже смотрел на всякий случай. Блин, у меня два предмета, я фиг знает, что вообще надо брать. Ну дайте дерзкин, я... Что делать-то? Следующий торговец 75, блин, дорого. Может еще раз нажать? Может прокатит? Какая жизнь, а? Так, у меня три банши есть. Но три банши это типа квест у меня. Так, а надо проверить, вот мне точно на банши квест? Да, банши. Ну я более-менее нормально отбиваюсь, но если сейчас мне ничего не придет и ничего не накопится, то я боюсь, что я начну втекать на обычный. Второй раз ты вызвал? Кого вызвал? Второго босса? Нет, второй раз первого. Первого я уже три раза убил. А, фига.
Как я хочу мочь убить второго? Или умереть лучше? Тоже вариант. Звучит как план. Блин, вообще все плохо. Блин, ну дайте дерзкину, не издевайтесь, это второй раз уже. Первый раз я из этого босса не добил. Не дают дерзкину вообще ни черта. Понимаю. И вышел новый чувак на дерзкина. Не везет тебе, Вадим. Да. Ты можешь просто накупить немножко дерева, еще нужно наконец сделать себе этот. Я же везучий, я же в себя верю. Просто накуплю дерево себе. Оп. Еще накуплю. Начну продавать. Что-то шторм у тебя висит стоит. Да, знаю. У меня просто. А, все, мне нужно только один. А что мне нужно? Подожди. Есть дерзкий, есть Magic Stone, есть Iron Core. А, Fairy Fire. Fire. Это пошло дело вообще. Я до сих пор не собрал всех крипов, офигеть, у меня просто милю, а вон найс. Надо было помнить. Семерых не собрал, Вадим, до сих пор. Понимаю тебя. Уж где кабаны? А вот они. Ладно, Маринос вышел. Как там купить второго? Первого босса надо, блин. А, ну ладно, я вообще быстро убью. Так, кто еще у меня есть? Там виспа нет пока? Нет виспа. Стой. Да боже, дайте 10 дерева. Играю. Интересно, я сейчас второго босса-то убью, но должен убить. Я тоже должен убивать второго босса, ё-моё. Чё, все рисковать будем? Давайте. Не знаю. Вместе, Рома, кажется. Второго босса? А, я знаю, я вас сейчас ты один пройдёшь, но я... А куда мое дерево делать? Погодите, я не понял. А, я первого взял. Ты предатель? Я тоже его не вызываю, я первого вызываю, да. Ну я вроде прохожу. Я второго убил, если что. С кого-то это волнует. Ну я вообще сейчас хорошо раскрутился, конечно. Я вызвал торговца и прервалась моя вот эта дерзкиновая цепочка. Блин, я два на этого потерял. Теперь можно квест на второго чувачка сделать, потому что все равно третьего босса я пока вызвать не смогу. И я случайно соединил тех, кто мне надо. Черт, я нормал атаку купил. Так а я как начал покупать нормал атаку, я начал хорошо эту карту играть. Пусть все КХС, да, хочет заинкомить. Да нет, я пытался, ну там, в блэксмите же. Ты хочешь закрафтить, типа. Да. Нужно больше золота. Так, ну чё, надо о. Сейчас как-то квест на вторых рабочих, ой, на тир 2 башни выполнить. А там много одинаковых, по-моему, надо, да? Да. О, у меня Маринусов вызвал... уже 5, найс. У кого Маринусов 5, у кого Мурлоков до сих пор не 7. А ты изучал, смертник, есть смысл, типа, за 350 продажу качать или нет особо? В плане, который играет на 10%? За 350 дерева, да. Ну, если быстрый, то, в принципе, можно. Ну, до 20-й это точно выгодно. А после 20-й, последний уже не очень. О, ура, у меня 7 мурлоков, наконец-то. Ну, типа, если тебе все не хреново, то можешь просто продвинутые выходить сразу и все. Не, ну хотя не знаю, твоя стратегия вот продажи, она, конечно, очень рискованная, но зато у меня очень много ресурсов, я продаю, да. Просто тонны. Да, 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 да. Но не, ну чисто мне одного дерзкина не хватило, чтобы этот хотя бы как минимум две башенки построить, а в лучшем. Вадим, я проиграл по этому же. У меня было по 9 ресурсов каждого. Ну, 9, 9, 9, 8, 7. Я в ней не было ни одного дерзкина.
Вот, вот у меня сейчас вот такая игра была, что ты понял, поэтому я умер. А, ты проиграл уже? Да, я вон там слил на первом плане. Я на 10-й умер. У меня вообще все было в этом плане плохо. Так у тебя же 20 жизней, как ты слил на 10-й, на 10-й, понимаешь? Ну, я же не только босс прошел. У меня и крипы прошли, потому что у меня три волны не было дерзкины. Просто крипы так. Вызвал я второго босса. Минус 10 жизней, спасибо. Не знаю, это как-то слабый. Но я босса убил, а волну нет. Victim shaming начался, блин. Да. Женя начал первым проходить. Ты давно уже, между прочим. Ну, у тебя 4, ты 4 раза все прошел, так что не так давно, наверное. Блин, ну, я сейчас это... Я сейчас, блин, мне сейчас придется маринесов сливать, походу. Смертник, а можешь посмотреть, может, у меня какие-то тир-1 не слит? У меня просто 6 маринесов. Да. Нет, все слили. А, кабаны. А, нет, ты гнул. Вот теперь гнул. О, найс, найс. Я выполнил квест. Что у тебя за... А на тир-3 какой тир-3? Квест, смертник? Ниже, ну посмотри, на тир-3 одинаковых. Все... Нет. А, нет, тир 2 все одинаковые. Все разные. Еще тир 3 есть одинаковые 4. Какие у тебя? Это индивидуальные. В самом конце. Сам последний. Вызвал я дополнительного рабочего, у них 2 одинаковых айтема требуют. Вадим. Excellent Mutant Tower. А, мутант, ну это эти. Ну ты понял кто, да? Губки. Нет, мутанты это. Мутанты это губки. Нет, губки это слабо. О, первый Hellfire пошел. Да. Блин, у меня 400 дерева, я не знаю, куда его девать. Улучшать атаку, что ли? Да нет, может, в улучшенные эти рецепты идти. Да, ну, это у тебя больше шанс того, то, что... Ну, по 150. В Блэксмите. Будет все самой. Да не знаю. Типа, у тебя будет шанс того, то, что... Ну, там будет выгоднее. И плюс у тебя дальше сильно, типа, меньше шанс того, чтобы пропасть. Тебя потому что больше рецептов появляется, поэтому у тебя есть шанс, то, что, ну, типа, разнообразнее будет с ресурсами. Так, что, второго босса убиваем? Блин, денег нету. Я забыл про него, блин, косяк. Ну, сейчас этот, в общем-то, 20-й босс, так что, может... У меня все очень плохо, я, мне кажется, сейчас отъеду. Ну, у тебя два спайнера, если тебе повезет, то ты пройдешь. Ну да. То есть как он на скелете, если на скелете застанет и Нептун будет застанет его еще под скелетом, то у тебя есть шанс. А я убиваю вообще, нет? Дред этих, ты не хочешь Дренеев слить? Дред квест, типа. А что, не убиваю, что ли? Да не убиваю. Убиваешь. Я не убиваю, лол. Не везет, да? Еле-еле. Ну вообще еле-еле. Мне пришлось слить Баншей, я Баншей так и не собрал по итогу еще. Нет. Да, ну хоть не проиграл зато. Может я еле-еле как-то отбился, помоги тебе. Пока. Ну я дерево вливал очень много в атаку сейчас, иначе я проиграл. Я, конечно, мог бы 4 башни построить, но слить бы их я все равно не успел. Каким-то образом отбил его. Так, все 7 экселентов построены, но это... Ты, конечно, сделаешь такое. А я, короче, соло зашел играть. У меня всех ресурсов по 10 плюс, и железо одно. Нормально бывает. Я случайно прокликал один раз. Взял железо, один раз кликнул, и все. Продается ничего. Так, ну третьего босса пока рано вызывать, понятное дело. Всем айрон нужен. Вот тролли сраные, а. Ругаешься. Хотя у меня целый спа! Ты ругаться говоришь. Я хотел одного отправить на железо, а другого такой типа на Firefly. Ну, тут почему-то мне экран перевело, у меня оба без па такие просто в айрон дошли, и я начинаю плавать. Извините. Блин, надо звук вообще потише сделать, а то что-то Shadowstorm ругается примерно с той же громкостью, как у меня башни бьют, а что-то только сейчас... Может, это к лучшему. Может, тут Shadowstorm потише сделать?
Не, погромче, да, наоборот, громче ругающегося Shadow Storm я тоже не хочу. Блин, а можешь посмотреть, смертник, каких мне Т3 не хватает? Много вообще? Или именно мало? На третий квест, а что? Ну да, на все 7 Т3 разных. Не надо, с каких у меня? У тебя 4, у тебя 5. 5? Так, их тебе не хватает Наги и Хэдхантера. Нага есть. А, на Хэдхантера тебе не хватает. А, ну то есть, наверное, есть смысл попытаться этот квест выполнить. Да. Ну и мутантов потом попробовать найти. А мутанты это кто? Да, эти, вот справа. Ну, зеленые чуваки. Да. С персовой атакой, у тебя возле, справа от Хеллфайра. О, Нептун. Справа и слева от Хеллфайра. А, вижу, да. А, у меня два мутанта, то есть надо еще два, да? Угу. Блин, у меня 350 дерева, непонятно реально, что делать. Ну, я бы на твоем месте бы делал, просто ты апнутый можешь делать. Да там, блин, запарно вообще, пипец. Ну, там по 1000 золота, типа. Как бы 20. А что надо очень качнуть, получается, смелтинг технологии? За максимум, да, смелтинг технологии, потом за 200 в кузнице еще одну. 200 дерева. Ну, ты просто делаешь все квесты, у тебя квестки, ты получается. Ой. Чё так тебе везет на Т3? Это уже вот третий раз, когда я вижу, что тебе Т3 падает. В смысле, я сколько башен-то за игру построил? Ну и чё? Ну, о, квест выполнился, найс, на все разные. Ага, да. 500 дерева, ну ладно, давай тогда я делаю квест, что ли. Чё, получается, качаю Smelting Technology, да? Да, да. И чё дальше? А, ещё раз качаю? Замакшиваешь, там 3 игры. Всё, да. Сделал. Чё теперь? Спустимся до 200. Ой, там 4 дерева, а у меня нет столько. Да. Ну, копии просто 3 разных четверок тебе нужны. Вот 3 одинаковых четверок и 4 разных пятерок. Ну, юники, понял, да? Сеньор. Тебе вот йети накопить, короче, нужно. Да не, ну йети лучше сливать нафиг. Не, ну... Типа имеется в виду 3-3 яйца накопишь, и у тебя как раз... Да мне еще 2 левела просто и само придет. О, 3 мутанта, блин, что, мутантов копить? А что, все, это Energy Tower слей. Ну, мутантов копить, тебе один остался. Да. Блин, сейчас 25-й, то есть, по идее, что, я могу, что ли, вызвать босса? Морлока можешь слить. Где он? Сверху, либо на мутантом, либо здесь, да. Баночки, видимо, надо. А, хотя нам, не знаю, баночки мне 15 баночек потратить, я просто не помню, я очень давно не делал вот эти типа редкие ресурсы. Ладно, пофиг. Не, оставь. А, у тебя здесь проблем нету, зачем? Ты же редкие ресурсы можешь пока продавать, поэтому тебе пофиг. Искать нужные. Что-то ничего не сливается, все плохо. Ну да, это ничего. Блин, ну вообще пипец, ничего не хочет работать. Висп. Так, а что мне надо? Fly или Magic Stone? Да, Magic. Как же называется? О, пошло дело. Ну все, на Next ты делаешь, получается, Next волне. Ох, Little Mage, класс. Кстати, если еще одного поймаешь Т5, то может быть тебе уже третьего босса. Так, мне сейчас мутант нужен, получается. Угу. Ну и продажи, блин, не делать тупо, потому что я же это... Да не, можешь. Ну я же коплю под редкие ресурсы, не? Да нет, ну у тебя стрит там тоже большой, можешь. Не, я редкие ресурсы, вот именно, короче, именно те, которых у меня в избытке, я фигачу. А так я просто обычно боксмейта тоже фигачу. О, квест собрался. На трехлете, да. Ну все, ты одного есть, сливай. О, вот, найс, скелет-маг. Теперь тебе нужно еще по-хорошему одного четверку, и все, у тебя будет еще один квест, последний. А мутанос у меня... Одного так, мутаноса, железо. Да, мутанта? Так, железо вводим. Нет, да у этого. Можешь железо сделать. А как, что это надо сделать? Это в кузнице купить ресурс стил, и потом у тебя появится скилл блэксмита, 2 раза нажать стил, и продать. Какой скилл, чёрт? Блин, я не успеваю, я второго босса не взываю, первого босса не взываю. Сталь.
по-английски, Вадим. А, Steel. Сталь, сталь. Грейд в лаборатории, потом в кузнице в самом челике сделать два раза. Еще раз. Ага. Все, и вапун там продать. У ну, паладина, да? Пюшку. Нет, нет, не у паладина, а у левого. Блин, я зарезал. Ты паладина покинул. Да блин, просто очень тяжело, когда ты напряженный, еще эти фигни делать. Это, мне кажется, зря. То есть, может быть, это выгодно, но в плане вот отвлечения от игры... Не знаю, ладно, посмотрим. Подожди, где мне продать эту фигню еще раз? Уже все, уже другой тебе пришел этот. Ты же прогнал того. Хорошо, хорошо, что делать-то? Ну, пока можешь обычного просто нафигачить. А так тебе нужно Magic... Ну, этого тебе нужно по-хорошему и сильнее. Можешь этого выкинуть нафиг. Это тебе не нужен, выкидывай. Дровку слева, да. Так, надо так. Следующего босса еще вызвать, я же нифига не... Ты один скрещивай. Тут очень много интересно, есть. Интересно, могу ли я убить этого босса? Третьего. Я что не смогу. О, мутанты! Ачивка выполнилась. У тебя еще плюс ачивка, все. Офигеть, 555. Да. Офига тебе повезло. Так, ну, что продавцу надо? Продавцу нужен лок. Что, нет, у меня есть дерево-то, если выкидывай, что. Выкидывай. У тебя нету Magic Stone. Тебе нужно без Magic Stone. Тебе по-хорошему есть. Ты мне... Ну ты контрольнее не можешь дать, да? Ну, сейчас попробую. Да, спадает, сразу. Ну ты говори, так. Если я что-то могу сделать. Ой, блин, опять Hellfire сраный. А Hellfire ни с чем не сливается у меня? Не, ну Hellfire он сам по себе плох. Ну, у тебя по 10 скелетом он должен сливаться от кильтузада, то если не помню. У меня скелет же есть. Ну, скелет маг. С Hellfire'ом. Нет, он кильтузада там сливается, посмотри, нет. Да, а ты ливанул что ли уже? Я не вижу, я же не вижу там возможность, кто с кем сливается. Да там же нарисовано, сказать. Нет? Нет. Ну, ты когда наводишься, ты видишь, а когда так, нельзя посмотреть, кто с кем сливается. Окей, хорошо, мне есть смысл что-то сейчас сливать, суперресурс какой-нибудь там, не? Это тебе не нужен суперресурс. То есть этого режу? Да, 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 да. Он просто Magic Stone требует, а у тебя их так нету. Ты корову можешь, Spirit Walker, Walker Tower. Второе. Ну, вторая строчка типа по центру, которая. Понял? Вот справа от корабля. Чего, чего? Т4 корова. Все. А, окей. Вот, кстати, хороший выпал. Мортира. Мортира, по-моему, с Wildboar Farm'ом сливается. И с Hellfire'ом сливает. Кого? А в кого, да, сливается? В кого он сливается? В огненного. Питлорда. Питлорд фигня. Питлорд фигня. Я проиграл. Кто еще там? Где? Сейчас. Блин, я сейчас... За Женю максимально обидно. Угу. Блин. Так мне резать этого уникального торговца или нет? Сейчас 30-й да, левел. Да, 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 резать. Сейчас 30-й левел, блин, я могу слить вообще нафиг. Эти, Том Тавры. Завод костей, завод костей. Окей. Кабаны. Да, костей, я в дерьме. Айс Тавра. О, фонтан. Блин, так надо качать атаку, получается. Креста снова можешь. Ну, сейчас станы должны прокать. А можно станов? А можно станы, пожалуйста? У меня стан прокнул до того, как он попал в рейндж стана. Ну, нормально. Нормально. Ну, не, пройдешь. Хотя у тебя снизу... Hellfire можешь со скелетом? Вот нижний Hellfire можно со скелетом. Жесть. Или нет? Убей, ну застань, ну что ты падла такое? Да они вообще не сливаются. Да не, все, я прошел. Ну станы просто не прокали, пипец. Просто станы пипец как не прокали, я не понимаю, что за фигня. Вообще реально станы не падали, не прокали. А что, еще игра не закончилась, еще 10 волн.
не расслабляйся. Да я не расслабляюсь, не, я просто не понимаю, почему станы так жестко не прокляты. Ну там 10%, грубо говоря. Ну там у каждой таверки по сколько-то процентов. Так, чё, редкий ресурс могу сейчас продать-то? Special Race, Steel. Так. Нет, ты сейчас... Нет, нет, стила нет. У меня Висп появился. А, стоп, у тебя стил есть, два, короче, кузницы, Special Ace и его дважды. И стил, да? Стил уже есть, у тебя есть, два сделал же. А. Так что в левом... Ого, 1000 голды дало. Это если все делать за 10 секунд, то, в принципе, можно вообще быстро зарабатывать. Ну да, ну просто, блин, эта карта, по идее, для меня именно на подумать, а тут как-то кликать вообще не хочется. Нет времени думать. Вот, высокий уровень, тут не подумать, тут надо, знаешь, чисто мышечная память. О, гидра. Жесть, негде строить-то вообще. Целевай. Акалитов. А, Special Acid плюс Steel опять у меня, то есть. А, блин, не хватает бутылок теперь. Блин. Да. А, ты уже один взял. Ну, она оставь просто пока. Жесть, конечно. Кабанов. Большие. Две. Еще одна большая есть. Ой, ё-моё. Слева вадим. Над косяным заводом. Угу. Что, все кончилось, что ли? Да. Так, мне три бутылки надо, получается, сейчас. Ну, я скажу, куда я буду, прежде чем. На продажу выпала аура, когда все продал, да ё-моё. Так, а это мортира с Hellfire'ом, там фигня, да? Там... Дредлорд. Мартира сливается с Хеллфайром, Дредлорд, а с Вайлдбор фармом сливается Файрлорд. Ну, Файрлорд, кстати, он это сильно неплох. Да? Ну, он типа там... Ну, а, не, ладно, лучше оставь. Типа у него, грубо говоря, уешка, хотя уешка, в принципе, хватает, наверное. Да не знаю, блин. Ну, а и Мартира и Вайлдбор фарм сама в PC тоже не очень сильно. Ну, Вайлдбор фарм, он дает скорость атаки, Мартира дает, типа, ну, по троим, грубо говоря, дает. 4 даже, ну там с процентом. А скелет с кем-то у тебя соединяется с мортирой? Блин. Чего, не знаю, подожди. Скелет. Так, сейчас, скелет с мортирой. Плюс Hellfire, он объединяется в Архимага. А мортира... Да. Архимаг... Ну, хотя, да? Ну, у тебя два Hellfire, в принципе, можешь сделать в теории. А что за Архимаг? Ну, Архимаг, он, короче, у него АОЕ Близзард, он станет. А, он замедляет Близзард. Да, ну да, замедляет 40%. Это, в принципе, неплохо. Ребята, Нептун плюс этот... Скажи, кто именно? Мортира. Короче, Драграл, Мэр... Драграл. Ну, этот... Шаман. Че ты ругаешься-то, алло? Извиняюсь. А, Драгал. Он сильный. 10% шанс на 1.5 секунды стану. Да. Нифига. Ты ж мог делать. Мне кажется, что Дождьстром связался с плохой компанией. Да. Я ее основал. Так, смертник, сейчас мониторь, пожалуйста, кто мне там. Ага. Что я тут в напряге, я пытаюсь понять, полезная предмет, башня не полезная. Писываю, можешь сделать, Вадим, купи берскин. Это шкуры нужны. Грейт на шкуры, и одна шкура, одна колбочка. Обычно айрон всегда нужен. Одна не шкура, не одна что? Колбочка. Эсис. Ого. Это задротство какое. Меня криво построил, он тут уже наплевать. Сейчас, наверное, можно насливать вообще миллион всего. Да, скипай его, скипай, который пришел. Угу. Прикольно, что их можно скипать без ущерба для этого. Да, корабль машапнуть. Айстауэр? Ну, Айстауэр. Ну, что ставить? Нафигеть, этот Драграл мощный, реально. Опять этот метеорит с неба. Нет, там разные, там другие. Ну, если сейчас волна закончится, если тебе Magic 1 упадет, то можно. Ну, я просто на нормале живу, я не знаю как.
Что, где денег не дали? На этих мишек можешь, фурбулгов. Еще сверху у тебя клипы. Блин, что-то я очень долго убиваю волну. Корабль. Так, сотка ровно есть. Делай мэджик. А чё? Два мэджик камня. Advanced Magic Stone, да, получается? Да. И продавай. Нормально. Так, у тебя босса не открылись? Нет. Я недавно всех трех убил. Да, блин, вроде сложность всего на 50%, блин, а как-то вообще тяжело. Я в первый раз в жизни сюда дохожу. Но сложный режим меня улучшил. Ну, это грейт нормал атаки улучшил тебя. Ну или так, да. Ну я максимально его апнул, как смог. Так, спешл. Ладно, еще. Так, можешь это сделать дерево. Надо грейт на дерево сделать и на. И банку сделать одну. Одно дерево, одна банка. Почему все хотят от меня аэро? Может поубивать их всех нафиг, достали. Ну ты комбо потеряешь слишком жестко. Так, а ты не можешь мортиру с фонтаном? Так фонтан замедляет, его нельзя. У тебя их два. Для два, в принципе, поэтому можно в середине оставить, а в верхней типа слить. Где верхний, я вообще ничего не вижу, честно говоря. Над возле Айставра. Вот и справа от Йетин. Типа у мортиры посмотри или у самого фонтана посмотри, может он. По-моему, они могут. В Патму они могут слиться. А, Патма. Именно которая Патма, да? Да, но я, кстати, не помню, что у нее. У нее, по-моему, ешка как раз таки, у тебя с волнами сейчас проблемы, так что можешь сделать. Фух, так, а сейчас я могу что-нибудь скрафтить там, что тебе надо-то? Он два спешл, нет. Выкид, скипай. Жестко, я что-то еле прохожу обычные волны, меня это напрягает. Конечно, нормально. Панч снизу. Чего? Панч и гновы. Право снизу. Также пристрел. Приз слева от дестроера. О, второй Нептун, класс. Мортирку бы еще одну. Скипнуть надо рабочего. Как же тебе не хватает того ящика? Им, наверное, уже ауру надо собирать. Я боссов забыл вызывать. Блин, ауру на продажу. Можно мне продать ауру на продажу? Мне кажется, надо ввести мораторий на ауру на продажу после этого. Гнолы. О, фонтан. Еще. Ну, за меня, кстати, на углу как раз. У него аура вроде 900, так что. Так, а что с хелфайером? Он с фонтана может сделаться, нет? Да, может в Нагу. Ого. Королеву Нагу. Она еще, но она у нее замедление есть. И у нее краски дэмэдж, да, возьми. Это ЛЕшка. Пойдем. Окей, сейчас, а кого Хеллфайр? Который верхний. Думаешь, верхний лучше? Ну, да. Так, строим 4 башни. Конечно, уже мало что даст. Не уверен, я вот кучу дерева на эти спешл ресурсы скопил. Наверное, все-таки нет смысла в этом. Опять Нептун. У тебя еще есть еще один один. О, так а что, может тогда спешл ресурс сделаем? Тебе не хватает 20, так что его надо выкинуть. Ты ауры начал делать зачем-то. Так в смысле зачем-то, конец игры уже. Ну еще 3 волны целых. Это ты еще мог на 1000 длину продавать, минимум. Ауры лучше, чем 1002 голды просто. На самом деле. Ну это в теории у тебя ты пятая, которая до 2000. Ты делаешь спокойно, ты пятый, который у тебя сейчас судим. Ну круто, а ауры купил. Это там. Что? Ну у тебя урона не хватает. Блин, я сейчас могу вам про этот отдаться до нужной волны. О, рудник, yes! Так, смертник, что-то мне надо такого поделать. Фонтан. Ну я тебе нужны таверки, у тебя таверок не хватает. Айставр с линии. Зачем тебе столько? Слушай, а Найша сильная или скелет маг лучше?
скелет маг получше бы. Ну, да, у тебя, в принципе, лучше скелет маг, у тебя много мейджик. У тебя просто магнатавры есть, которые. Ой. Так, чё, мне надо какую-нибудь атаку погрейдить. У меня 150 дерева есть. Какую атаку грейдить? Да тебе надо еще сейчас смотреть, что тебе выпадает. Да выпадает. Потом уже перегнимет. Ты карте всегда не хватает айрона, да? Ну, мэджик. У тебя урона нет, не хватает. Ну, там проблема. Ну да. Ну, походу, что, неужели я... Скелеты, три скелета и на Нептун как бы есть, но урона не. Этот Нага сейчас, конечно, даст урон волной, но это мало урона. Это... У меня Мурлок слился куда-то. Аурка. Наверное, уже нет смысла, да, тоже. Надо ауру уже делать. Ну да, ну вот я сейчас сделал два замедления, это очень неплохо. Какой тип атаки мне качать, смертник? Я не знаю, ну у тебя три скелета по героической атаке. Ну я что-то ее качнул, уже у меня следующий грейд за сотку. Ну не, мейджик можешь. Так, а мейджик следующий грейд за 40, ну тогда мейджик делаю. Блин, так, как-то... что-нибудь слить можно? Попробуй попродавать ресурсы, нет, ничего. Да уже, блин, пошли сложные ресурсы даже в обычных, блин, и там очень нифига. Я, кстати, забыл этот грейд сделать на, ну, на несколько, типа, вариаций предметов большого. Воу. Да и не надо его, наверное. Нехорошо, на самом деле. Не, это, типа, полезно. Я просто вообще только сейчас понял, что я его не делал вообще. У меня куча разных башен, блин, может что-нибудь продать. Хотя он типа сейвит же, предметы позволяют. Ну вот да, у тебя куча Т4, Т4, в этом проблема. Тебе и никак не слить, потому что денег нет сейчас. Ну жди сейчас просто золото, ресурсы, чтобы продавать. Походу комбо все-таки я потерял за счет того, что зарезал чувака. А, ну комбо, да, ты потерял. Я думал просто не... Ну а это же минус 200 голды. А там минус 60, минус 60. Идея. Блин, я боссов уже давно не вызывал, ну конечно уже понял. А, ну вот босс. Ну, я успел вызвать перед финальным, так сказать, может, проблемами. Мне бы сейчас бы отбиться бы, блин. О, да, то же самое. Сейчас ты отбиваешься. Ты должен отбиваться спокойно. Ну дайте ресурсы-то, пожалуйста, ну ребята. Еще на продажу, класс. Боссов вызываем, господин, боссов вызывай всех. Да, тебе нужно вызывать заранее, чтобы суметь их, ну... 20 секунд еще, да. Ничего объяснять, мне даже тут. Все прекрасно знаешь. Строй. Последний бой, да, уже сейчас будет? Да. Я не усилюсь аурой. Так, фулборг. Ща, ну подожди, надо сначала построить. Ну ты еще не до минуты просто. Большая фулборг лист. Еще. А, ты продал? Мы тебе золото привез. Все, я так у себя по максимуму. Так, большая... Правая. Акалипы есть еще. Тавар. Ты можешь не шапнуть? Да. А я могу что-нибудь апнуть полезное делать? Да, что, у тебя? У тебя же нет вроде ничего. Да нет, ты отобьешься, скорее всего. Да? Да. Не знаю. Я что, у нас башка не должен уходить. Не, ну я по идее из станов просто миллион, замедление миллион. Ну да. А Нептун станет или как? Да, Нептун станет. А, Нептун... Не спаси. Нет, Нептун или... Нептун станет. Да. Тебя... Ёма, как мне повезло с Нептуном. У тебя Драктар станет, и два Нептуна станет. Плюс у тебя замедление. И еще скелет у меня. Да, фу. Да, еще и скелет. Я никогда не выиграл в этой карте. Плюс у тебя слово еще очень много. Чё ж, это шторм чемпион. Первый раз в жизни выигрываю в этой карте. Красавчик. И причем сразу на 300%. Да. 250. Кстати, Вадим, так ты же отбился вообще на изи. А, 250. Так лучше, чем я. Не, ну у меня-то понятно, у меня было все против соло-цели, поэтому я боялся, что протипу на обычной волне. Потому что босс, конечно, сильнее. А у меня, да. А чё по дамагу? Ну-ка, чё больше всего мне надамажило? Давайте смотреть. Нага, по идее. 173 тысячи нага. О, я могу вызвать босса. Ну, да. Ну, у него тоже больше всего урона, а потом файлборд. А почему Нага так много дамажит? Она и АОЕшит, получается? Ну, у нее 4000 урона и скорость атаки высокая, поскольку у нее есть аура Hellfire и файлборда. Я сохранился. Поэтому у нее большая скорость атаки и большая. Ну и сам по себе урон большой. Не, обычно. Ну какая разница? Все имеют ауру Вайлборна при сравнении их урона. Получается, нет, реально Нага прикольно. Нет, это Hellfire. Аура Hellfire, Вайлборд, он в небольшом радиусе дает скорость атаки. Получается, что Нага очень хороша вообще в принципе, потому что благодаря ей я в принципе проходил волны, потому что она замедляла сразу всю толпу и наносила каждому из юнитов по 1000 урона, что немало. 500. 1000.
Рейндж. Это рейндж 1000. Дамедж 500, ну хорошо. Плюс у нее слоу все еще есть, то есть прямо она вообще отличная. То есть пишем сейф, не забываем. Че там? Выжил только по одной причине. Я просто увидел, что выходит босс, и просто стакал все, что у меня было. Я не пытался никаких квестов делать, реально. Да. Я просто стакал все, что возможно. А я реально впервые за очень долгое время делал сложные ресурсы. Не факт, что это хорошо. Если бы мне смертник не помогал, вообще в этом не было смысла. Ну так, слушай, я еще потерял, случайно зарезал, потерял комбу, потерял кучу ресурсов из-за этого. Просто фигачишь, и нормально. Да, комбу лучше не терять. Но правда, потом получается реально, что чуваки с тремя запросами на 3 ресурса по 400 им них приносят. Но так зато так за каждую комбу просто. Наверное, редкие ресурсы нужны, если ты комбу потерял. Тогда имеет смысл, потому что, ну, там тебе плюс 60 тысяч не имеет смысла. А так ты, получается, по сотке, по 2 продаешь, и еще 60 каждый раз получаешь с комбы. Это выгодно. Всем пока. А еще ресурсы лучше продаешь. Да.